Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». И поздравляю всех с Новым годом. Ну что же, а мы начинаем. Я специально положил время, чтобы у нас было с тобой событие. Смертельный отсчет. Я хочу именно здесь сыграть и смотреть, что у нас здесь выходит. Раджазавр, велоцираптор и спинозавр. И я думаю, что здесь, вот именно здесь, справится в легкую Капразух. Да-да, не удивляйся, именно Капразух. И можно сюда ему в помощь поставить даже, наверное, Кулазуха. И сделаем еще вот так. Давай теперь проверим, все ли у нас получится. Тут, напомню, ребята, в этом событии нельзя потерять ни одного нашего динозавра или рептилию. Так, ну что, в данный момент 222. Давай, наверное, сделаем с тобой атаку. Половину хп мы практически сразу отнимаем. Ну и что он сделает? У него 81 атака, 2 очка действия. Конечно же, ничего он сделать здесь не сможет. А я, пожалуй, еще разочек попробую его пробить. Но он ставит защиту. Ладно, дело его. Надо было, конечно, мне тоже, наверное, поставить на дополнительные очки. Так, что он там придумывает, я не знаю. Давай вот так вот сделаем. Ну тут-то мы его, конечно, облапошили. Ну что, Раджазавр, по-моему, тебе пора сдаваться. Угу. Так, 222 к атаке. Давай я сделаю вот так, наверное, и вот так. Сейчас мы его должны пробить. Да. Пробиваем, выходит велоцираптор. Мод 2, не забывай об этом. У него 600 здоровья и 94 к атаке. 5, если он сейчас звезданет. Нет, наверное, все-таки не сможет нас уничтожить. Но повреждения, конечно, колоссальные. Так, давай-ка мы с тобой возьмем, наверное. Так, сколько же ты там взял-то всего, а? Я даже не знаю, раз, два, три. Давай вот так вот, я рискну, ребят. Немножко, да, не добили. Чуть-чуть буквально. Но я тебе скажу, что у него не хватит дури нас пробить. Я, наверное, все-таки возьму и вот так вот сделаю. Нужно быть начеку, ребята. Нам всего лишь один удар по нему провести, и ему крышка. Так, будет ли он все сливать? Нет. Он сливает не все. Раз, два, три и бонус. Вот жук-то какой-то, посмотри, все вокруг да около крутится. А ну что, тогда мы сделаем с тобой следующее. Две атаки. Раз, два. А остальное все поставим в защиту. Да, тут мы его зацепили. И теперь нужно быть аккуратным, потому что здесь выходит спинозавр. 691 здоровье у него. Поэтому давай смотреть, что он будет делать. Он просто тупо пропустил ход, друзья. Тупо пропустил ход. Что мы можем сделать? У нас Кулазуха. Фигня. Мало здоровья. Раз, два, три. И вот так. Сколько он сейчас себе возьмет? 6. И все 6 будет сливать? Сомневаюсь. Так, 3 он оставил для себя. Так получается. 3 он оставил для себя. Тогда мы сделаем следующим. Раз, два, три. И опять же бонус. Угу. Ты видишь, что он сделал, да? Он поставил защиту. Ну что, если он сейчас... Твою налево. Неужели рисковать на пробивку его брать, а? Раз, два, три, четыре, раз, два. Проверим. Когда же ты расколешься-то, а? Ну атакуй давай уже. Так, 3 очка действия у него осталось, да? 3 очка действия. Давай посчитаем. У нас с тобой 6. А вдруг он возьмет и поставит на защиту, а? Раз, два, три. 4. Раз, два. Посмотрим. Видишь, он берет 3. Мне не хватает, ребята. Мне нужно... Все, сейчас глядим. В данный момент он ничего не сделал. Поэтому, ребята, я, наверное, все-таки... Блин, попробую прописать. Я рискну. Хватит, как ты думаешь?
Есть. Все, ребята, спинозавр отдупляется. И мы побеждаем. Так, дальше двигаемся. Смотрим, кого сейчас нам дадут. 105. Неплохо. Последний поединок. Анкилозавр, Метриоринг и Джетс. Так, ну здесь, понятное дело, лучше взять Таниколагриуса, хотя Метриоринг. Ну, а если я возьму Раджастегу, к примеру. Раз. Эдиоморфодон, два. А сюда мы возьмем Уэрхозавра. Три. Не имею права проиграть. Ребят, еще раз вам повторяю. Кстати, я его сейчас с удара вынесу, этого хламуна. А ну-ка, получи. На-ка тебе. Ну что, выходит у нас Метриоринг. У него 321 атака. Естественно, мне нужно брать Эдиоморфодона. Меняем. И беру сразу же бонус. Ну что, ты будешь брать Летуна? Скорее всего, будет брать. Только смысла от этого не прибавится. Нет, он решил атаковать. И, соответственно, я его уничтожаю. Потому что мне нужно сделать всего лишь одну атаку. Две. Даже, да, одну защиту и два бонуса. Оу. А что это я так опростоволосился, скажи-ка мне на милость. Эй, где-то я просчитался. Да. Так, ну что же. Одну атаку он сделал. Раз, два, три. Раз, два, раз. Ну, тут мы его накрыли медным тазом. И теперь выходит Джетс. 178 к атаке. Все. Пускай распрощается со своей жизнью, потому что мы его сейчас уничтожаем. И уничтожает его именно Эдиоморфодон. С превеликим, так сказать, удовольствием. Друзья мои, так мы еще, значит, на аренку зарулим. Вот что тебе хочу сказать. И это мне нравится. Но вначале я хочу забрать награду. Эх, смертельный отсчет. Будем надеяться, что мне повезет. Так, 200 ДНК, 50 долларов, спасибо. Тодзи, ну что ты будешь делать? Зато, друзья мои, мы зарабатываем с вами чистое золото. Хоть где-то везет. Так, давай-ка мы здесь с тобой... Подожди, что там? Подожди, что было-то? Так, погоди. Забрать что? А, вот здесь вот. Ну что, чистое золото нас ждет, ребята. Смотрим. Фух, поехали. Деньги, так, что-то там у нас хорошенькое. Птеродактиль, друзья мои, птеродактиль. Это же у нас получается второй, насколько я помню. Или я ошибаюсь? Или у нас был птеранодон? Что-то я, прикинь, я запамятовал. Так, ну что, нам, наверное, придется здесь быстренько с тобой завершить. Только лишь для того, чтобы поставить птеродактиля выводиться, естественно. И мне кажется, он будет выводиться очень-очень долго. Так, где же ты у нас? Вот он. Птеродактиль. Ох, а, нет, смотри, ребята, 5 часов всего лишь. Нет, у нас есть птеродактиль. Я сразу узнаю по картинке. Шерстистый носорог через один день выведется. Ну, в общем, тут все по мелочи. Мы можем прям, в принципе, сейчас завершить, но мне нужны доллары. Поэтому прибережем. А птеродактиль где-то здесь вот у нас он летает. Я помню, что вроде как внизу. Так, это трапиогоптер. Это топиелозавр. Кстати, топиелозавра надо бы прокачать до 30 уровня. Но, опять же, нужно очень много ДНК. Так, а ты кто? А вот, кстати. Подожди, это птеранодон. А то птеродактиль. Нет, это совсем другой, ребят. Это эдиоморфодон. Так, заодно монетки с тобой соберем пока. Подожди, я не могу понять, а где же он у нас находится-то? Ну, дагозавра. Его тоже как-то надо, друзья, прокачать. На все нужно очень много ДНК. С ДНК, ты понимаешь, у нас проблемы.
Так, а это? Это Аэротитан. Вот он, друзья мои, вот он. Собственно, персона Птеродактиль. Ты представляешь, если мы его скрестим, он так-то по себе имеет обалденную атаку. А если мы еще и прокачаем его до 20 уровня, а стоит ли вообще тогда это делать? Прокачивать его? Может быть, оставить двоих, как у нас Эдюморфодоны есть? Две штуки. И они очень хорошо нам помогают. Так, ну ладно, с этим мы разберемся потом. У нас, друзья мои, следующее. Битва на арене. Мы с тобой, я уже забыл, где мы с тобой находимся-то, кстати. Ну, начнем, наверное, возьмем Астафри... Нет, это фигня все. Это все фигня. Там наверняка у него крупничок затесался. Возьму Скафагната, возьму Сфенокадуна и Стегоцератопса. Или же лучше взять... Нет, Диплотатора. Давай вот так вот посмотрим. Мы все-таки с тобой уже в хорошей такой лиге состоим. И тут нельзя делать ошибки. Ну вот, смотри, Метеорин, Ханкилозавр, в принципе, неплохо. Так, ну что, Скафагнат будет посерьезнее, чем этот Пеликаниптерикс. Поэтому я, наверное, звездану разочек. Вот так вот. Считай, половину здоровья мы у него отняли. И что же он будет делать? Ну, выбор невелик. Либо меняться на Анкилозавра, что я сомневаюсь, что он будет это делать. Подставляться под Сфенокадона. Ты гляди-ка. Подставился. И еще и атакует. Ну что ж, жулик. Познакомься со Сфенокадоном. Блин, а он Метеоринха поставит, да, наверное, сейчас? Ладно, зато мы хотя бы у них львиную долю здоровья отнимем. Сейчас посмотрим. Будет брать Метеоринха. А вот сколько у него атака, я не знаю. Меняет. 438. Очень много он атак. Так, все, ребята, Скафагнат сейчас, я надеюсь, его уничтожит. Да, Скафагнатик, ты как на это смотришь? Сможешь его подбить? Давай проверим. Конечно, сможешь. Конечно же, сможет, и все очень даже хорошо, ребят. Но здесь выходит Анкилозавр, которому нужно сделать две атаки, чтобы вырубить меня. А у него три. Но Сфенокадон его, естественно, размажет. Да, Сфенокадон размажет. Но мне не нравится, что у меня Диплотатор подставляется под вот этого. Да. Ну давай сделаем так, раз, два и бонус. Минус Анкилозавр. Ну и теперь посмотрим, что сделает Пеликаниптерикс. И если он будет атаковать в лоб, это будет глупо с его стороны. Хотя уничтожить он сможет. Он ничего не стал делать. Тогда я рискну все-таки все в атаку слить. И да, мы побеждаем. Мы, друзья мои, победили. И, соответственно, мы с тобой продвигаемся дальше по лиге. Так, хотелось бы мне посмотреть, куда мы сейчас с тобой заберемся. Ну и что же нам, в конце концов, выпадет с рулетки. Так, мы с тобой в охотниках. 10% лучших. Крутим. Надеюсь, игра не будет сегодня вылетать. Еда. Выпала нам еда. Ну что, пока вроде бы неплохо идем. Давай сделаем следующим образом. Возьму Пеликаниптерикса, как он брал. Потом я возьму, наверное, Алангозавра и Нундагозавра. Хочу посмотреть, что у нас получится вот из этого состава. Надеюсь, первым у него будет не травоядник. Серьезно, травоядник, твою же налево, а. Блин. Ну что, мне придется меняться, естественно, на Алангозавра. Да, придется делать так. Ну он-то не дурачок, он же будет брать вот этого. Согласись, смысл ему атаковать меня. Хотя... Не, нет ему смысла, он меняет. Уху-ху-ху-ху-ху. Астапозавр. И он опять же не стал ходить. Ну ладно, давай мы сделаем вот так тогда. И бонус. Ну что ты сейчас придумаешь? Естественно, будет брать травоядника. 100% тебе говорю. Только вот какого именно? Угу. Пахицератопса взял. Блин, у него здоровье дофигища, конечно. Но он опять же ничего не стал делать.
Если я поменяю и сделаю атаку. Давай рискнем. Отлично. Вырубаем. Так, умный завр. Ну, я не думаю, что он его оставит. Скорее всего, поменяет опять же на этого. Да-да-да, он меняет. И этот, наверное, сольет всю атаку, да? Молодец. Ну что же, мстим. У него 981 здоровье. Вот этого нам будет достаточно. И две защиточки. Все. Астапозавр, адьюс. Угу. Ну, этого и стоило ожидать. Пробьет. Пробьет, наверное, все четыре, да? Угу. Ну, не получится, наверное, да? Твою налево. Ну что, нундагозавр, давай попробуем его завалить. Поехали. Он же все слил, все. И побеждаем, ребят. Ну что, нундагозавр, у тебя все получилось. Молодец, красавчик. Заслужил кусочек мяса. А, ты же у нас рептилия. Чем там питаешься, я не знаю, водичкой. Ну что, друзья мои, мы переходим с вами в хищники. 5% лучших игроков. Крутим рулетку. Забираем конфетку или что нам тут выпадет. Блин, ну что ты. Я уже хотел обрадоваться, друзья мои, да. Такая была интрижка, но ты видишь. Ничего не вышло. Так, берем с тобой Тропиогуптера. Таниколагриуса. Хм. И чё? Ну... Так, подожди. Ну давай вот так сделаем. Ой, зря я, наверное, взял стегоцератопса, мне кажется. Ой, зря. Опачки. Опачки. Два летающих плюс травоядник. Ну, это совсем не в тему, ребят. Вот это вот вообще не в тему. Ну что, Таниколагриуса соберем. Ух. Слушай, а что он такой здоровый-то? Нифига себе, это же тот. Унэринг, только... Это... Так, тихо. Смотри, что взял. Смотри, что он взял. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. И бонус. Если он сейчас все потратит, а он потратит наверняка все, меня здесь уже не будет стоять рядом. Сколько? 811 к атаке. Ты, блин, серьезно, парень? Ну, я даже не знаю, что здесь брать. Давай-ка я вот так сделаю. Что-то тут очень все серьезно. Потратит, интересно, он все? Нет, он, блин, берет Залманодона. Что за Залманодон, блин? Ладно, короче, берем этого. И все, в бонусы отправим. Давай посмотрим, сколько он потратит. Мне лично очень интересно. Меняет опять. Пять этого вызывает, а? Брахиозавр. Ну, две атаки ему нужно провести. Слушай, он достал, а? Давай, выходи, короче. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бонус. Все. Пускай валит отсюда. Он достал же своим брахиозавром. Так. Он на ринг. 7. Сколько ему нужно потратить? 4, да? 4 или 3 атаки? 5. Он тратит 5. 2 у него остается.
Кем теперь бомбить его, я ума не приложу. Этим, что ли? Ну, это несерьезно. Это несерьезно, ребята. Так что, поменять-то нельзя? Все? Получается, что все. Да. 2699 здоровья мне никак, ребята, не вырубить. Такое немыслимое количество. Понимаешь? Он может меня спокойненько здесь атаковать по полной программе, но мне не вытянуть, не вырубить. Никак. Раз, два, три. Ну и вот так вот, например. Ну ты сам прекрасно видел, он все в очки взял. Естественно. А, нет, не все, у него ничего не было. Ну, сейчас пропишет мне. Это же гибрид. Я так и думал. Меня это нисколечко не удивляет. Эх, жаль. Ну да ладно, ребята, а что делаешь? Ну так вот не срослось. Я так и думал, что мы зря берем с тобой стегоцератопса. Лучше бы я взял какого-нибудь хищника. Видишь, как он все подрасчитывает. Все берет тютелька в тютельку. Да. Но это бесполезно. Это бесполезно. Был бы у меня здесь топижара бы, предположим, да? Топижара, гибрид. Он бы его порвал бы. Но, к сожалению, у меня нету. Да, тропегуптер. Вот так вот мы с тобой проиграли. Ну, а что ты хочешь? Мы с тобой находимся в лиге 5% лучших игроков. Это понятно. Или хотя бы был бы у меня анкилодок. Тоже можно было бы подраться. Ну что, берем Эдю Морфодона, Таникалагриуса и Анкилодока. Давай посмотрим сейчас, как будет. Возможно, сейчас будет победа за нами. Но это не факт. Ну давай, 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 быстрее там. Пум-пум-пум. Два... Твою налево. Да что же за непруха-то такая, а? Ну меняем, что делать-то? Меняем. Так. И он сменял на акроконтозавр. Ух. Акроконтозавр, да? Нормально такой чувачок. Ну давай я сделаю, наверное, в бонусы все. Посмотрим. Ну и что ты там пыхтишь? Давай, чем делай уже. Хм. Даже так, да? Хорошо. Давай так проверим. Да, это Николай Груза, мы сейчас, скорее всего, потеряем. Угу. По шиячину мы получили с тобой, да? Эдю Морфодон, выходи. Погнали. Так, нам нужно с тобой раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так сделаем. Угу. Хорошо, полетел. Так, он сейчас будет... Он не будет спинозавром бомбить. Он сейчас поменяет на этого гиганта Цефал. 6. Или будет спинозавром бомбить? Я бы, наверное, не стал бы. А он стал? Он, представляешь, себе стал. И он слил практически все, ребят. Значит, мы бомбим его. Раз, два, три. Раз, два, три. Хоп. Готов. А вот и гиганоцефал вышел. Я сейчас буду менять на анкилодока.
по любасику. Так, анкилодок, выходи. И все в бонусы, естественно. Ну и что ты будешь делать? Будешь атаковать, да? Три атаки будешь прописывать свои или нет? Пять даже атак. Ну и все тогда, прощай. Прощай, несчастный бот. Смертушка твоя пришла. Давай ты, Николай Грюс, пропиши ему за всех. Побежал. Ну беги, ё-моё. Все. А вот что дальше нам делать, я не знаю, друзья мои. По-моему, у меня больше не осталось нормальных динозавров. Все уже отыгрались. Местечко какое у нас? Слушай, 45-е. Прикинь. 150 ДНК. Ну, схватка. Капиозавр, птеродактиль. И тиранозавр. А у меня больше ничего не осталось. Давай отыграем тогда их. Фиг ли делать еще. Посмотрим. Блин, ну как же этот сигнозух-то лезет, а? Куда его не просят? Чего? Сколько? 1600? Это что за чудо в перьях, блин? Да он, ребята, и так меня ушатает. Он даже тиранозавра порвет, прикинь. И ничего ему не будет. Так, что тебя прибил? Да, ребята, птеродактиль, который у меня имеет самую мощную атаку, просто здесь... Просто здесь никто. Понимаешь? Мне даже здесь делать нечего. 614 к атаке. Это, конечно, да. Это, ребята, мощно. Ему одной атаки достаточно сделать мне. И топиелозавр не пробьет его. Не сможет просто элементарно, ребят. Да, это... Это, конечно, мощные гибриды. Тут ничего не скажешь. Это трэш. Да, сколько там у тебя? 4? 4 на 2,5. Ну да, в принципе, сейчас, наверное, мне звезданет не кисло. Я даже с этим не смогу подраться. Понимаешь? Да, вот это нам прописали, друзья. Вот это у них гибриды. Да с такими гибридами, конечно, даже шансов нету на победу. Ну а что ты хотел? Все-таки высшая лига, как-никак. Ну что, ребята, больше вроде бы нам с вами делать-то и нечего. Все, что могли, мы прошли. И, пожалуй-ка, я буду закругляться. Так что всем пока, всем удачи. И еще раз с Новым годом. До новых встреч.